Всем привет, друзья! Вот уже наступил новый 2020 год, и поэтому я по традиции решил записать традиционное видео там, где я подвожу итоги сезона ушедшего 2019, рассказываю вам о топе приманок, которые у меня работали лучше всего. Вот. Ну и, конечно же, поздравляю вас с Новым годом, с наступившим 2020 годом. Пусть этот год принесет вам много радости, успехов, удачи, везения, новых каких-то свершений, достижений. Вот. Для этого всего пускай у вас будет крепкое здоровье, пускай в ваших семьях будет благополучие, вокруг будет мир, добро, в общем. И все мы будем счастливы, радостны. Вот, и наше настроение всегда будет отличным. Ну а рыбакам желаю частых рыбалок, и чтобы эти рыбалки были клевыми, дарили нам положительные эмоции, вот, ну и хоть иногда радовали такими классными, приятными трофеями. Вот. Ну и я, наверное, начну с того, что подведу итоги сезона 2019. Ну, в целом, год для меня, я могу сказать, это был отличный год, один из лучших как бы годов, сезонов и в плане рыбалки, и в плане каких-то других аспектов. В первую очередь у меня этот год знаменательный, вот как подарочек под елочку, под Новый год, меня очень порадовала моя любимая жена Яночка, она мне подарила красавицу-дочурку. Вот теперь наша семья уже состоит из 3 человек, вот, и подрастает юная рыбачка. В плане рыбалки 2019 сезон для меня был тоже классным. Почему в первую очередь он был отличным? В первую очередь я наконец-то перебил свой рекорд, переступил свою психологическую отметку 3 килограмма по щуке, до которой я вообще никак не мог достичь. И наконец-то поймал свой трофей, щуку на 3,75 килограмма. Это действительно у меня был прям такой ух, ну наконец-то. Притом поймал ее почти в черте города, вот. Следующее достижение — это то, что я перебил свою тоже еще одну психологическую отметку по количеству пойманных щук в сезоне. То есть я там, ну, постоянно ловлю там до 100. В этом сезоне я таки перебил эту 100 и поймал, даже там я статистику веду, об этом позже поговорим, 112 щук за сезон. Вот. Ну и вообще в целом как бы рыбалок было много, погода позволяла нам рыбачить вплоть до Нового года, сезон мы закрывали 28 декабря. И много было рыбалок успешных, интересных. Я, как всегда, веду свой рыболовный журнал, поэтому у меня вот записано в программе Microsoft Excel полностью статистика. Сколько было рыбалок, вот мы видим. Дальше вот у меня по статистике отмечено, сколько рыб мы всего ловили разных. Ну и, конечно, самое интересное — это вот этот вот, вот эта графа, это то, что мы поймали на спиннинг, так как мы спиннингисты, это основная рыба, которую мы ловили. Ну вот на спиннинг я чуть-чуть меньше 500 хвостов поймал, брат меня сделал по полной в этом сезоне, у него под 700 рыб. Вот. В чем интерес этого вот ведения этой статистики? Это как бы соревнование у меня и у брата, кто как где кого обловил и в каком виде рыб. По щуке вот я брата обловил, у меня 112, брата 95, он чуть-чуть до 100 не дотянул. По окуню у меня провал сезон, я даже 100 окуней не поймал. Есть люди там за одну рыбалку 100 ловят, у меня за сезон 93 окуня, у брата 232. Вот. По головлю без трофея в сезон совершенно, но самый такой результативный по количеству, ну реально там мелких таких средних головликов, как в этом году, мы еще не ловили, ну, в этом, в ушедшем 2019. У брата за 300-319, у меня 262 головля. По остальному был провал. По жереху провал, это там
до десятка каждый из нас поймал, это вот такие жрешки там, максимум 300 грамм, в общем, без трофеев. Были судачки. Я, кстати, поймал самого своего большего в жизни судачка в 2019 году. Но это всего судачок там чуть-чуть за 700 грамм. Ну, для меня это тоже было достижение. Вот. Но это то, что касается по рыбе. По трофеям, ну, я уже сказал, что трофей у меня фактически был только один за год. Это щука на 3,875. Вот четверочка щука. У брата была двушка ровно. Там, два с маленьким хвостиком. Там, щук за кило под два. Их, в принципе, хватало. Там, головля ловили много, но опять же без трофеев. Там, у меня там максимальный головль был чуть за 700 грамм. У брата 850. Давайте перед тем, как перейти к топу приманок, наверное, это самое интересное в данном видео, я все-таки остановлюсь, какими я снастями рыбачил, что у меня появилось нового в этом сезоне. Ну, так как твичинг — это мое основное направление ловли, то, в принципе, я со снастей для твичинга и начну. В принципе, у меня остался мой старый фаворит New Spirit с тестом 10.32. Вот я им, как бы, наверное, добрую половину твичинговых рыбалок отрыбачил. Вот. Но в этом сезоне я обзавелся и второй палочкой. Тоже New Spirit, более в обновленной версии, но чуть меньшем, более универсальном тесте 7.24, чтобы более мелкие воблера было комфортно твичить. Вот, если что там проджигануться можно было. Ну, этой палочкой я даже больше доволен, чем 10.32. Я им благополучно твичу 128-е вобы, там 130-е. Я не чувствую дискомфорта при работе этой палки. Дальше джиг. По микроджигу у меня толковой палки нет. У меня мой старенький Bluebird, но я особо и не микроджиговал. Я как бы джиговал уже весами там от 3 грамм и выше. И для этого в этом сезоне вот у меня появилась топовая палочка фаворитовская. Это всем известный фаворит Skyline в таком универсальном тесте 3,12 грамм. В общем, палка огонь, классная, я доволен ней, ну, очень доволен просто. Вот, это для джиговой рыбалки. Так, следующая рыбалка, это у нас Галав. Галав — это палочка, которую я тоже рыбачил в прошлом сезоне, ничего не менялось. Я, как и прошлый год, рыбачил в основном аренкой. Арена Стрим, вот, тест у нее 3,10 грамм, короткая ростовочка. Такая палка очень интересная, и у меня особо и желания нет ее менять на какую-то другую палку именно для головлиной ловли. Ну, еще у меня есть старая добрая палочка, универсалочка, которую можно взять на любую рыбалку. Я тоже в этом году и не один раз рыбачил. Это фаворит Варита в тесте 5-16 грамм. По-моему, к сожалению, они уже не выпускаются в этом тесте, но это палка огонь на все случаи жизни. Классный спиннинг. Со спиннингами, в принципе, все. По катушкам. В этом году я немножко там переориентировался и улучшился по катушкам. У меня появились катушки, наверное, одного из лучших брендов по этому направлению. Это Shimano. Это две катушки Shimano Naske 2000 и Shimano Страги C4+, 16 года. Вот. Катушки огонь, бомба, это такой уже, это катушки явно на уровень выше, чем те, которые были раньше. Но для твичинговой рыбалки я не изменяю старой доброй фаворитовской Sirius 2500-очки. Ребят, реально, катушки уже пошел четвертый сезон, как я ей рыбачу, у меня на нее никаких нареканий, при том, что я ей твичу 130-е воблера каждую рыбалку, то есть рыбалок у меня много, это не 3 рыбалки за сезон, и катушка терпит, нету ни люфтов, ничего в ней. То есть если вы подбираете катушку для твичинга, я думаю, если вы возьмете такую катушку, вы не ошибетесь с выбором. Ну, дальше поговорим о приманках.
Я думаю, самое интересное в этом видео это именно услышать, какие приманки по какому хищнику лучше всего работали в ушедшем сезоне. Я так все это сейчас систематизирую, то есть это будут разные виды рыб и это будут разные типы приманок. То есть я ловил в прошлом сезоне в основном три вида хищника, самых распространенных у нас. Это щука, это голавль и это окунь. И у нас есть три основных типа приманок, которыми мы рыбачим. Это воблеры, это железо, вертушки-колебалки и это силикона. Ну давайте, сначала первое это щука. И большинство щуки, которую мы ловили именно твичингом, именно на воблера. В этом году безупречным лидером у меня является жакаловский Макс Квад 115. Вот это его расцветки натуралки. Не помню, как она называется. Вот этот вот жакаловский Макс Квад 115 размер, это номер один. На его счету более 40 щук в сезоне. То есть там даже и приблизительно ни один из других воблеров не приблизился к нему. На втором месте у меня воблер Усамина Гената. Это копия именитого депсовского Мапалисона. Вот. Третью позицию занимает воблер, которого у меня сейчас с собой нету, но вы вот, его видите на вставках из рыбалок видео. Это жакаловский Тини Магало. К сожалению, я его оборвал в конце сезона. Тоже очень хорошо себя проявил по щуке. Следующий это воблер, который у меня появился в конце сезона, но на него я поймал и трофейную щуку, ну и было много других еще щучек на него поймано. Это тоже Максквад, только размер 128. Жакал Максквад 128. Ну и на пятой позиции у меня находится копия ОСПшной рудры от Усами. Это Усами Эбису, тоже воблер. Хорошо ловил щучку. Ну, я рыбачу часто с братом, поэтому я обозначу его топ. Тоже у него Максквад, только в кислоте, в лидерах 115. Стоит добавить других производителей, которыми он ловит. У него отлично отработал Цуюки Райдер, Цуюки Флирт, это копия Максквада, Инквизитор от Страйк Про и двухсоставничок от Усами Максура. Вот, это, наверное, его такой топ. Дальше по железу. Ну, щуку мы мало ловили на вертушке, на колебалке. Но, тем не менее, там какие-то редкие щучки попадались. Выделить можно рубликосовские вертухи Ондекс, размер пятерочка. Ну и Велтик. На них щучки попадались, в принципе, осенью. Ну и из небольших колебалочек, это шестка Спун Соло, вот эта колебалочка, ловила щучку в прилове, попадались щучки на нее. И, ну и также попадались щучки на вот эту вот колебалку, это Select Winner. Тоже очень интересная, хорошая колебалка. По силикону. На первом месте, как ни странно, это классика жанра, это Predator. На Predator тройку, ну я не ловил, у брата большинство джиговых щучек пойманных, это Predator в расцветках светлых, это либо желтая, либо белая, и красная или темная синяя спина. Вот. На втором месте рачок от K-Tech Little Spider. Весной реально этот рак разрывал, реально мы ловили много щучек. Щучка была мелкая, не крупная, но реально этот рачок был в лидерах. И, кстати, вот сейчас под завершение сезона, в декабре, он тоже ловил щуку. Ловил щуку очень даже хорошо. Ну и, конечно, там классика работала. Классика это на третьем месте у нас. Кейтековский Easy Shiner. Ну, я не могу сказать сразу один там размер какой-то. Работали и 3, и 3,5, и 4, и 4,5 дюйма. Расцветки преимущественно у нас работали кислотные. Там, какой-то там салатовый, с светлой, с темной спиной.
Четвертое место – это Swing Impact. Swing Impact в размере 2, 3, 3,5 дюйма. И, конечно же, Swing Impact Fat лучше всего в размере 3,3 дюйма, говорил Щук. И на последнем, пятом месте в топе по силикону, по щуке, твистерок, который под конец сезона порадовал. Это твистер от V-Sharp Fancy Grab в размере 2,5 дюйма. Цвет лох фиолетовый такой. Другой. Ну вот такой топ приманок у нас по щуке. Следующая рыба, ну давайте о голавле поговорим. По голавлю я уже об этом говорил. Сезон у нас был наиболее многочисленным, но не особо трофейным. Голавль в ушедшем сезоне лучше всего отзывался не на воблера, а на железо. Но все-таки начнем уже по щуке с воблеров начинали. Здесь тоже все-таки, скажем, топ начнем с воблеров. На первом месте первенство остается, как и прошлые годы, за Салмовским Кинем. То есть он не сдает своих позиций, и даже при том, что не так там много головлей мы ловили на воблеры, все равно больше всего попадалось именно на Кине Салмовского. На втором месте можно выделить Волкера. Хуже, чем прошлый сезон на Волкера отзывался головлю, но все-таки лучше, чем на другие воблеры. И тут безупречных два лидера, такие как и были прошлый сезон, это Жекал Чаби Пенсил и это Усами Энпицу. Ну еще как бы третий волкерок работал неплохо, у меня на столе его нету, это Листик от Буга. Ну и еще какие можно выделить воблеры, которые ловили, ну немножко головлей, но ловили, это традиционный Жекал Чаби. И это Усами Шикима. Ну и, естественно, лучше всего работало железо, колебалки. И какие колебалки, интересно, конечно, узнать. Первое место это колебалочка от Select Omega. У брата это больше 110 головлей на эту модельку было поймано. То есть колебалка просто огонь. Я ее показываю вам на вставках из видео, на столе не лежит, так как эти приманки убраны. На втором месте новая моделька шестка Спун 2019 года. Это модель Mio. Такой она интересной формы, вот под какую-то гусеницу. И у меня, и у Димы на разные расцветки. У меня такая черненькая, у Димы такая более коричневая. Это тоже более сотни головлей было поймано. Эти манюсенькие колебалочки. Третье место колебалка, которая отличилась в прошлые годы замечательно, это Соло от той же шестка Спун. Это копия смитовской пюрешки, можно сказать. Вот. На четвертом месте японская колебалочка, которая у меня появилась уже ближе к концу сезона, поэтому она так далеко на четвертом месте. Может быть, она была бы и выше. Это Мукай Клюе. Реально очень зачетная блесенка, классная, вообще супер. Ну и пятое место, блесна, которая сделала у меня сплав по десне в этом году. Это селектовская колебалочка Winner, довольно крупная, 3,8 грамма она. Но реально деснянскому головлю она очень нравилась. Вот. Ну такие 5 колебалок можно выделить, это самые рабочие, это при том, что мы намного разных ловили, и другие блесны тоже ловили, и ловили очень неплохо. Ну и отдельно по железу можно еще выделить, это уже оно выходит за наш топ-5, но можно выделить, естественно, вертушечки. Из вертушечек в лидерах это маньячки, модельки именно Суприма и Гетс. Эти модели тоже очень и очень неплохо ловили головля. Дальше у нас на очереди окунь. Сразу начнем с воблеров, хотя тоже на воблеры, там я вот статистику просматриваю, то на воблеры там мало окуня ловили. Но в лидерах, опять же, волкеры, которые были у нас в топе головлином, и волкеры те же самые. Это
Чаби Пенсил, и это Усамиан Пиццу. Эти волкеры, они в лидерах по окуню. Другие приманки — это Чаби Поппер Жакаловский, это Черик, который у меня лучше ловил окуня даже, чем Чабик. Вот. Ну и традиционно, ну, Шикима — это тоже как бы воблер, на который окунь попадался весьма неплохо. Это такая пятерка по воблерам. Когда мы ловили головля на колебалочке, то, естественно, попутно попадался и окушок. В лидерах из блесен от колебалочек можно назвать Нио от Шостка Спун, все ту же Омега, которая у брата в лидерах по головлю. Ну и другие модельки и от Селекта, от Шостка Спун. Это Соло, это Бета, это также, как я говорил, по головлю вертушки работали. Это Маньячки, та же Суприма, тот же Гэтс. Но все-таки больше всего окуня мы ловили на силикон. В лидерах по силикону — это маленький селектовский таргет. На втором месте это рейнсовский Сатурн микро. И сюда же как бы в отдельную позицию можно не выделять. Сюда же можно добавить, что так же само неплохо работала и его копия Уран от селекта. На третьем месте, ну, может, по количеству это и не на третьем месте, но по качеству это точно можно выделить в топ. Это фетики 2,8 дюйма и кайтековские фетики Swing Impact Fact и его копии, скажем, там от того же Crazy Fish VibraFet в этом размере. Они очень неплохо ловили окуня на семи весной, ну, даже и в других местах. Вот. На четвертом месте можно поставить рейнсовский Аджрингер, маленькая пассивочка. Пятое место я бы отдал самой маленькой фишаповской Танте, 1 дюйм. Ну и, ну, мы до 5 выделяем, но я бы все-таки вспомнил приманку, которая именно в декабре, вот сейчас это явный фаворит по окуню. Это Select Sexy Shrimp, такая как бы крокозяночка. Вот. Ну вот такой у нас получился топ приманок по ловле хищника 2019 года. Если у кого-то есть свой топ приманок, если есть какие-то пожелания, может, кто-то со мной готов там поспорить, что там что-то лучше, хуже ловит, или там, может, я не на то ловил, стоит попробовать другое. Обязательно, друзья, напишите об этом в комментариях. Мне интересно почитать, интересно услышать мнение каждого. Спасибо всем, что оставались со мной, смотрели это видео, досмотрели его до конца. Если видео вам понравилось, поддержите видео лайком. Если кто еще не подписан, подпишитесь на канал. И поставьте колокольчик, чтобы оставаться в курсе событий. Дальше будет интересно. Отснятые у меня в архивах лежат наши летние сплавы. Их было 3. Дальше у меня по плану сделать трейлер этих сплавов. Ну и сами фильмы друг за дружкой пойдут зимой. Я надеюсь, будет время их монтировать. Всем, ребят, счастливо. Еще раз всех с Новым годом, с новым счастьем, с остальными наступающими праздниками. И всем пока, всем до новых встреч!